Береговая полоса вдоль парка Мира останется в границах рекреационной зоны. Но теперь здесь можно будет проводить благоустройство. Необходимые изменения в документы внесли сегодня на сессии городской думы депутаты, поддержав тем самым инициативу администрации Вологды. О планах по реконструкции береговой зоны расскажет Алена Закатаева. Парк Мира – крупнейшая зеленая зона Вологды. Он был разбит 75 лет назад. Площадь составляет около 160 гектаров. Он протянулся более чем на 2 километра по берегу. Берегам реки Вологды. Настоящие легкие нашего города. Здесь зарегистрировано 260 видов растений. Парк состоит из двух террас. Верхняя, в сторону железной дороги, и нижняя, ближе к реке. Именно ее и подтопляет каждую весну и осень во время паводка. Поэтому здесь не растут лекарственные растения или ценные породы деревьев. Но если подтопление прекратить, биоразнообразие парка может быть восстановлено. Именно поэтому на участке протяженностью чуть больше километра от жилого комплекса Прибрежный до Бесова ручья необходимо укрепить берег. Но парк имеет статус особо охраняемой природной зоны. Тяжелая техника работать здесь не может. Имеется необходимость исключения части парка Мира из статуса особо охраняемой природной территории. Напомню, что территориальное зонирование – парк в том виде, в котором он есть, не изменяется никоим образом. Предложение изменить статус части территории парка Мира сегодня городские власти вынесли на сессию Гордумы, и депутаты его поддержали большинством голосов. Речь идет о полосе вдоль берега шириной около 30 метров. Но эта территория по-прежнему относится к парку, а значит, ни о какой жилой или промышленной застройке здесь речи идти не может. Зато есть законное основание провести работы по укреплению берега. Теперь на очереди финансовый вопрос. Привлекать, значит, финансирование на берегоукрепление данной части из различных уровней бюджетов, то есть из федерального, из бюджета субъекта и так далее, для того, чтобы дать именно толчок, исключить подтопление данной территории парка Мира и дать толчок для его дальнейшего благоустройства и развития. Благоустройство и развитие парка Мира идет в рамках стратегии «Вологда – комфортный город», а также туристического проекта «Насон город». Эту зеленую зону планируется реконструировать, а затем включить в сеть туристических маршрутов. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда портал.